Ну, вот мы приехали в Кембридж. Очень красивый город. Здесь много университетов, много студентов и много велосипедистов. У них велосипедная дорожка, все цивильно. Вот, сними его. Вот. Для пешеходов. Вот церковь старинная какая-то. Хоббертон колледж. Тут слева. Права церковь. Вот этот колледж. Вот вот церковь. Вот дома. Хочу понимать, потому что они там говорят мне от ней. Робинсон театр тут, но байсиклс нельзя крепить. Брит-поп академию. Наверное, кто-то хотел в театр. Сигнализацию слышите? Наверное, кто-то в театр хотел. На актерство. Так ему нужно было. Очень горело, поэтому пришлось взломать это. Ну и почтовые ящики красные. Я не знаю, как он был голодный, но он всегда голодный. Тихо там. Не, помнишь, когда мы... прыгает... Стой. Зеленый, не, у нас красный. Там оно, пофиг, пошли его стоим. Вот тут... современный город. Сейчас мы пойдем в ботанический сад, посмотрим, что там. Скульптура «Шовинист» называется. Блуменфилд какой-то. Хелей. Это что, его типа член? По дороге я вижу статую. Мы скорее припарковались далеко. Потому что мы не могли никак найти. Потом, короче, никак ехали. Мы пришли еще в туалет, мы не могли ничего найти. Я знаю, куда идти. Ну не знаю, туда можно войти. Так, как ты думаешь, мы можем войти в этот ботанический сад? Вот он. Мы пошли, найдем вход сюда. Он сдох. Он не живой. Ты не хочешь посмотреть ботанический сад? Ничего нет, вот все внутри. Ну ладно. Ну да, это тоже дело. Но там не думаешь, что будет там внутри? Потому что давай посмотрим на камеру, как мы это любим делать. Ладно, пошли вперед. Вот летающая... Flying pig. Летающая свинья. Пап. В Англии пабы очень распространены. Здесь когда-то давным-давно мы гуляли. Не назвали там. И... Да? Там какой-то и университет. Ну, это было по этой улице, если не ошибаюсь. Да. Окей. Вот работали секьюристы. Ну, это да. Посмотри, да, как у него здесь позвонить. Ну да, кому-то позвонить, кого-то записать. Имейл отправить и все остальное. Там больше звонков. Ну, имейл тоже, конечно. Если визитор, кто-то приходит, то... Вот. А это... герой, погибший в Первой и Второй мировой войнах. Вот так.
А вот и ботанический сад. Там сколько это стоит? Он? Ну, сейчас закрыт. Вот такие дома. На одной из этих дорог. У нас еще была тогда наша красная машина. Да. Наша фотка. Вот так. Телефон, который знаешь, никто не пользуется. Нормально? Ты остался на дороге? Нормально. Хорошо, все чувствуешь? Да, нормально. Окей, да? Да, по идее нам 40 минут осталось бы доехать до Стэнфорда. Ну да. Ну там ты не знаешь, что там было. То. А что? А что-то хотел сказать? Спросить чего-то? Да, есть. Вот это церковь. Старая, не знаю какого века, но не построена вчера. Пиццерия Домино. Сейчас пятница. Многие будут бухать. Вот, считай, сегодня какое число? 27, да? 28. 28 декабря. Да. 28 декабря, пятница. Чтобы меня там... Да. Меня... В облаках не то. Вот машина кого-то сломалась. Да я вся такая на эмоциях. А вот еще церковка. Это Париж. Тут. Время у нас сколько? 3:30. Дорогой.
ладно. Ну, идем. Если там парк. Вот тут вот дома продаются. 265 тысяч. Так вот 350 тысяч. Ну, это все в фунтах. Больше, чем доллары. Вот, пап. Убегал от автобуса, чтобы он нас не забодал. Вот такая вот. Христианский это? Угу. Кунг-фу ресторан. Похоже на кунг-фу, да? Да, сиди кебаб, да. Ресторан. Джон Бизар Антик. Еще антиквариат. Ну и велосипедистов тут много. Не сориентируйся, где мы. Дик, там не будет дальше ведра вспомнить. Кухня продается. Тут все для волос, парики, все остальное. Ну да, 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 они любят по реках ходить. Вот тут гейминг игра. Ну, парикмахерская. А здесь агентство, где ищут народ. Здесь. Что? Агентство по рекрутингу? Да, рекрутинг агентство. Там такая жесткая там, да. Ну там было, мне кажется, отели там, потому что там было kitchen porter, там менеджер. То есть это все для этого, всякие для отеля и бара. Они не специализируются ни на чем. Они делают... Почему? Они в кейтеринг. Кейтеринг, да, то есть... Finance assistant, кейтеринг? Там была finance assistant? Что ищет твой employer? Ну, конечно. Если он ищет experience, он выберет меня. А если он выберет... Ну да. Ну да, вот, смотри, там эти... Я знаю эту улицу. Да. Ну да, мы не пойдем. Туда? Да. Нет, смотри, там вот приехали. Мы приехали, цирк приехал. Мы приехали на час. Мы посиди себе китайский ресторанчик. Уши развести. А вот и студенческий город, конечно. Смотрите, сколько велосипедов тут. Да. Ну, северс, магазины всякие. Пойдем в старый сам город, там поснимаю. Вот какой здание красивый. Ну и велосипедист открыл. Ну, Катя, бери какой велосипед хочешь. Я тебе пригляделся, забирай. Вот это кэтеринг, да, вот это вот больше как kitchen stuff, все остальное. Ну, магазин этих подержанных товаров. Вот тут Wetherspoon, сеть баров, ресторанов и отель. Да, ну да, я помню. Да, это не было 5 лет назад, не надо так. Вагамама, там японская кухня. 3 года. Ты издеваешься? Это было в 2013 году.
2013 году? Нет, это не было 2013. В 2013 только ты переехала. Хочешь сказать? Вот тут здание. Звонок, можно переходить. Ух, велосипедистов сколько. Вот, красота. Кембридж. Чувствуешь, как пахнет знаниями? 2 плюс 2 равно 4. 3 минус 2, 1. И так далее. Велосипедиста. Сантандер банк, пост офис, где можете маркет франции. И пойдем сейчас в торговый центр. Пандора. Ну что? Хочешь Пандору? Я пора. Ну ты зайди в Кика, и я пойду так. Ты мы здесь. Я засниму, у них тут торговый центр. Ну вот. Ну, магазины, магазины, везде не те же. О, Тесла. Вот платье. Все, вот Тесла. Электромашина. Цена, наверное, 140 тысяч. А, ну вот, вот такой маленький. Компания. Джон Льюис. И вот там, наверху тоже. Ну и поменьше Траффорда и Анделла. А, нет. Конечно, да. Мне дико напомнило сейчас вот этот Кембридж. Да. О, карточки. Я тебе не купила поздравления. О, нет, я тоже тебе поздравляю. Надо пойти купить себе. Да. Хочешь ладно. Мне карточку? Потом купишь. Не сейчас. Потом никогда не наступит. Ну ладно, иди покупай. Пойдем в Secret Pink. Посмотрим. Ну это пижама сейчас. Интересно. Ну иди, я сейчас посниму. Вот тут. Apple Store. Хи-хи-хи. Ну, в общем, вы поняли, да? Ну, джинсы Levi's. Это что там? Топшоп. Три, ну. Схема, где что находится. И провайдер телефонов, интернета и всего прочего. Ну, посмотрим, что здесь. И шоколад. И тут какая-то новогодняя красота. В виде Frozen, что ли? Вот такие чублики тут. Ну, там выход, Sport Direct, GT. Тут хоть самое. Тут и еда. Healthy food. Натуральные продукты, все такое, добавки, все остальное, протеиновые коктейли, все что. Ну и сейчас. Ну а тут. Ну и всякие поприкушки. Ну и сейчас будем выходить. Ну вот так вот это выглядит сверху. Сам верхний этаж, где туалеты у них. И голуби летают. Все. Ага.
Ну, не важно. Ну, в общем, так. Вот. Ну, тело. Ну что, оденешься как Санта-Клаус? Ну, тут вот нежное белье. Разница. Есть какие тут прибаутки. Ну вот. Тут. Ну пошли сюда, на площадь. Пойдем на площадь. Ну, сейчас уже стемнело. Пойдем на площадь. Смотрим, что там. Едва. Спресс. Суши тут. У них тарелки идут из-за тарелки. Ну вот, в общем, тут вот у них. Ну, сейчас все закрыто. Тут елочка. Есть церковь. Вот это вот, ну, мало видно, там Ньютон. Когда он отдыхал, и на него яблоко или какое-то что-то упало, и он тогда... Только, пожалуйста, не выкладывай это на YouTube. Это стоит на... Хочешь смотреть? Нет. Ну, что такое? Пока мы ходили по магазину, все уже стемнело. Сюда. Так, а сейчас мы идем, вряд ли что видно будет, на велосипедов, велосипедами. Вот это вот университет, Кембриджский, и вот где-то вот здесь вот Ньютон отдыхал, и на него упало яблоко, и он придумал закон притяжения, вот где-то вот здесь вот. Вот. А, даже не здесь возле церкви, наверное, вот там вот где-то. Вот это место. Знаменито. Ну. Вот туда, вот там вот. Под, сейчас подойдем, посмотрим. Что видно. Но ничего не видно. Ничего не видно. Ну ладно. Ну где-то вот там вот. Подъехали. Ладно. Сейчас уже нет смысла снимать, потому что все как бы так мрачно. Пошли домой. Да, все, поедем. Ну, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будет интересно.